Всем привет, это Максим Малецкий, ваш гид по Риму, и сегодня я хочу вам рассказать о ценах в Риме. Многие у меня часто спрашивают, а какие у вас цены, сколько у вас стоит молоко, сколько у вас стоит вино, какое вино покупать и так далее, так далее. На самом деле это нужно людям для чего? Потому что иногда некоторые туристы хотят сэкономить на своем пребывании, бронируют не отели, а апартаменты и, естественно, рассчитывают на то, что пойдут в ресторан вечером, а днем, может быть, они, наоборот, купят где-то что-то в супермаркете, может быть, чтобы дома, имея кухню, приготовить себе и для своих детей. Поэтому я хочу вам показать сейчас обычный, типичный супермаркет Рима. Этот супермаркет называется Элит. Но я вам сразу говорю, я не рекламирую его, это не попытка рекламы, мне за это не платят. Просто хочу вам показать, какие цены. И это, во-первых, не самый дешевый супермаркет. Есть супермаркеты, которые еще дешевле этого, например, как Тоди или Тодис. Но они, может быть, выглядят слишком как склады. То есть, ну, на самом деле, там все законсервировано, мало свежего, больше, скажем, таких... больше дешевых и небрендовых продуктов. Я не считаю, что стоит ехать в Италию ради таких супермаркетов. Лучше вот как этот или что-то подобное этому. Пойдемте со мной, я вам покажу, что мы здесь покупаем. Я лично сам прихожу сюда. Самый первый раздел, который вы встретите в любом итальянском супермаркете, это, конечно же, фрукты и овощи. Здесь всегда делается акцент на свежей продукции. То есть, если вы даже посмотрите листики салата и все остальное, оно все не законсервированное, оно имеет минимально консервантов или каких-нибудь, ну вот пленочкой закрыто, что-то недавно в холодильнике держалось и выставляется сюда на показ. Для примера, сколько это стоит? Вот, например, огурцы. Килограмм стоит 2 евро 89 центов. Вот в этой упаковке почти 1 килограмм 2,77. И, кстати, я вам сразу объясню. Огурцы в Италии далеко не первый овощ. Не самый главный. Здесь есть много интересного еще. Помидоры черри стоят 2 евро 49 килограмм. Салат для приготовления обычного вот нашего салатика 2 евро 69. А вот это, например, вы не везде увидите. Это римский брокколи. Или брокколо, они его еще называют. Стоит 1 евро 28 центов. Вот вся эта штука. Но ее еще надо уметь готовить. Перец желтый или красный стоит 2,29 евро. И причем посмотрите, какие они свежие. То есть на самом деле их можно есть прям так. А вот это сицилийский брокколетти. Стоит 1 евро 50. Вся эта упаковка. Килограмм евро 69. Артишоки. Сейчас как раз сезон артишоков. 99 центов килограмм. Нет, вру. 99 центов один. Окей, что у нас еще есть? Фрукты. У нас здесь есть киви. 2,29 килограмм. Лимоны. 89 центов. Такая упаковка. Мандарины. Килограмм евро 49. Или вот, например, такая сетка, упаковка сицилийских красных апельсин, всего лишь евро 59. Яблоки евро 29 килограмм, причем не чувствую тут никакого такого воска, который часто слышишь в телевидении, говорят, что здесь все... какое-то химическое. Обычно хорошее яблоко. Евро 29, 2,10 за килограмм. Или вот такая упаковка. 6 яблок. 2 евро 5 центов.
Вот. Эта витрина, это уже готовые салаты, замешанные. Это для ленивых, тех, кто не хочет сам все делать. И здесь одна упаковка стоит тоже, вот, например, 69 центов. Евро 49, евро 59. То есть вы на самом деле можете просто такой пакет купить и из этого сделать целый ваш обед. Для любителей супа в Италии на самом деле все очень плохо. Суп здесь уже продается в упаковках для того, чтобы разогревать его в микроволновке. Италия, к сожалению, это не та страна, которая может славиться супами. Ну, например, вот за 2 евро 29 вы можете купить суп с макаронами и фасолью. 2 евро 29. Сок, например, может стоить по-разному. От 99 центов до даже 5 евро 90 центов. Ну, потому что в этом случае, наверное, он стоит так дорого, так как это биологический сок. А на других такой эмблемы нет, и поэтому он стоит намного дешевле. Я, если честно, не думаю, что есть большая разница в вкусовых качествах. То есть, наверное, одинаково по вкусу, но вот здесь био, здесь нет. Вот, например, молоко. Евро 69. Или же евро 65, если обезжиренное и так далее. Ну, скажем, молоко здесь от евро 20. Хотя есть даже за 87 центов. Наверное, зависит просто от маркет бренда. Я обычно покупаю вот это за евро 69. А вот это мой любимый отдел. У нас тут хлеб, мясо и сыр. Также здесь можно купить пиццу, почти как в пиццериях в Риме. Вот. Тут у них есть паркет, та, которая стоит 99 центов килограмм. Quanto viene il pane, tipo, per esempio, un filone? Про una idea. Хлеб стоит 2,99 килограмм. Ну, это приблизительно вот один, там, одна такая буханка. А это отдел мяса. Салями, колбаса, сыр и все остальное. Я сейчас попрошу у них нарезать нам... Пойдем поди прошутто... Sì. Вот это, например, прошутто, которое режется обязательно только рукой. Это Сан-Даниэле. Ее всегда нарезают вручную, потому что прошутто будет лучше на вкус, если резать его руками. Потому что если резать его лезвием, которое крутится, ну вот это колесо, которое крутится при помощи электричества, оно обжигает мясо и портит ему вкус. Очень вкусная, свежая, сочная прошутто. 166 грамм. Это прошутто стоит 39 евро килограмм. И то, что нам нарезали 166 грамм, обходится нам 6 евро 47 центов. Это прошутто не самое дешевое здесь. Есть подешевле. Грация. Грация. Пойдемте дальше. А вот это отдел свежего мяса. Мясо, которое вы видите здесь, нарезается мясником. Вы ему можете сказать, отрежь мне, например, стейк такой толщины или такой толщины, он берет это мясо, ставит, режет его. И вот, например, говядина стоит 15,90 или же 13,90 в зависимости от качества мяса. Есть уже готовые продукты, как, например, филе, фаршированные булочки уже с мясом внутри, даже целые такие уголочки, которые они делают. Тут разновидности цукини, фаршированные мясом, это все они продают тоже на вес, и они стоят 12, 13, 15 евро. Вы также, например, можете попросить вот эти вот одно или другое мясо, он это поставит туда и сделать из него фарш, то есть перемолит его специальной машинкой. То есть это все свежее мясо, например, готово уже на гриле. А вот это элитные стейки. Например, флорентийский стейк 22,90 килограмм из Пьемонта филе, который стоит 32 евро килограмм. Или, например, ребрышки
печень говяжья или уже готовые гамбургеры. Это они вам рубят тоже, сколько вы скажете. Хотите стейк на килограмм, хотите на полтора килограмма флорентийский стейк. Они забирают, обрабатывают и режут вам его. Здесь уже есть готовое мясо. То есть, если вы не хотите заморачиваться, чтобы он лично для вас резал, вы просто берете здесь пакет такой вот и уходите с ним. Например, этот стейк стоит 3 евро 79 центов, весит 300 грамм, то есть 12,90 килограмм. А вот это мой любимый отдел – вино. Здесь очень большой выбор вин. Если смотреть вина со скидками, например, Prosecco 5,69 евро, но есть и 4,90, а также есть 8,50, 11,50, 17,50. И есть даже французский мой шардон за 34 евро. То есть, на самом деле, выбор очень большой. Вы можете выбирать и... Да. Даже, например, вот это 2 евро 69. Тоже, кстати, отличное белое игристое вино. Это у нас отдел белых вин. Например, шардоне стоит 5,25. Гевюстраминер 7,99 или же Пино Гриджо 5,99. Одно из моих любимых вин считается здесь почти самым дорогим, это Риболла Джалла, и стоит всего лишь 8,90. Это красные вина. Тут тоже разные цены, от 3,99, 2,99 до 5, 10, 11 евро. Ну, то, что на верхней полке, это самое дорогое, то, что на нижней, чуть подешевле. Но, в принципе, итальянцы, они с вином иногда не очень и заморачиваются. То есть, для твоего обычного стола на ужин итальянец не покупает вино за 10 или 15, 20 евро. Он выбирает что-то за 3, 4, 5 евро. И то не всегда, иногда даже дешевле. Вот. Поэтому, в принципе, все вина здесь хороши. Если вы в них не разбираетесь, ну, выбирайте что-то в пределах 5 евро, например. А кто разбирается, тому... Мои комментарии, в принципе-то, и не нужны, вы сами увидите. Вот, например, мне очень нравится вот это. Трельдего Ротальяно, 17-й год, стоит 6,59. А это для тех, кто считает, что в Италии нет пива. На самом деле, в Италии тоже есть хорошая культура пива. И пиво тоже бывает от 1,2 евро за бутылку, вплоть до бутылок по элитне, которые стоят 5 евро, вот как там, например. В принципе, итальянцы, конечно, в пиве разбираются чуть меньше, чем в вине. Ну, более-менее здесь все есть для вас, если вы хотите вот просто пиво купить. Вот это, например, отдел замороженных продуктов. Вот смотрите, как интересно. Весь этот супермаркет, который мы обошли, из рефрижераторов с замороженными продуктами, тут совсем ничего. Мороженое, жареная картошка, замороженная пицца, замороженная рыба и полуфабрикаты для пасты и так далее. Это для самых ленивых. Потому что итальянцы любят все свежее. Поэтому это, наверное, расходится на туристов или, может быть, на ленивых итальянцев, которые не хотят ничего готовить дома или нет времени. Это не очень хорошо воспринимается итальянцами. Если бы в этом магазине было, например, не знаю, в 5 раз больше этих холодильников, многие местные даже перестали бы сюда ходить. Говорят, мы хотим свежее, а не замороженное. А еще есть такая интересная фишка. Пиво можете купить уже охлажденными, холодными. Если вы хотите, как только выйти из магазина, сразу же его холодным выпить. То, что вы видите за моей спиной, 5 метров туда, 8 метров туда, это все макароны. Паста, 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 макароны такие, спагетти такие, какие хочешь. Как эконом-вариант за 59 центов. Самые знаменитые макароны обычно это барилла. Они знамениты по всему миру и очень много экспортируется. Но на самом деле итальянцы не всегда покупают бариллу, потому что считают, что она слишком такая, скажем, уже чуть ли не туристическая. Есть пасты поинтереснее, получше. Как, например, вот это вот руммо, которая стоит 1 евро 19 центов. Или вот, например, дечекко евро 24. Ну, дечекко тоже почти как барилла, правда. Моя любимая паста – это марка Garofalo. Например, эта упаковка стоит евро 25.
после сыра мясо, конечно же, в любом супермаркете должна быть и рыба. И рыба должна быть свежая, не замороженная. Она просто расположена здесь на льду. Вы говорите, сколько они вам ее взвешивают и выносят. Конечно же, если бы мы находились где-то у моря, этот прилавок был бы в 5 раз больше, чем здесь. Но и этого хватает для внутреннего городского потребления в Риме. Например, вот эти крабы стоят 24,90 килограмм, сальмон 21,90 килограмм, сибас 15,90. Вот такая сеть мидий стоит 6,90 евро. Тунец, например, стоит у нас 2,99, 3 таких баночки. Или же 3,55, ну, предел 3-4 евро. 3 баночки тунца. А здесь везде у нас томатный соус. В самых разных своих вариантах. Это потому что итальянцы готовят невероятно разнообразные соусы. Каждая домохозяйка умеет готовить свой, у нее есть свой собственный рецепт. Поэтому магазин должен приспосабливаться под итальянских домохозяек с таким вот большим широким выбором. И есть уже даже готовый соус. Очень, кстати, удобно. Вот, например, обычно соус стоит евро 15, евро 59, а готовый соус, например, евро 49, вот, с вкусом матричана. В принципе, ну, конечно, лучше самому приготовить, но если вам лень, вы просто это макароны, и у вас будет очень дешевый ужин или обед. Оливковое масло в супермаркете стоит намного дешевле. Например, есть со скидкой 3,29, а есть какие-то, которые стоят 6,90, 9,90 или даже 15,90. И теперь я открою вам один секрет. На самом деле оливковое масло, которое стоит так дешево, 3,29, 4,99, очень часто не итальянское. Они пишут, это итальянское, но потом масло, которое попадает сюда, так и написано сзади, из разных стран Евросоюза. И очень часто бывает, что те страны Евросоюза, которые поставляют масло для этой фирмы, они закупают еще где-то за границей, за Евросоюзом. То есть оно по факту не итальянское. И я думаю, что его надо рассчитывать по цене, потому что если оливковое масло стоит более 10 евро, этому можно доверять. Когда оно стоит менее 10 евро за литр, я бы боялся покупать его. Я не считаю его итальянским, я думаю, такое вы купите везде. Следите по цене, не пытайтесь экономить на оливковом масле. С вами был Максим Малецкий, ваш гид по Риму. Подписывайтесь на мой канал, задавайте мне вопросы и приходите на мои экскурсии. We'll be right back.